Все 600 слушателей и личный состав учебного центра выстроились на плацу. Открыл торжественный митинг начальник Центра профессиональной подготовки, полковник полиции Алексей Кузьмин. Он подвел итог всего мероприятия. Сегодня мы с вами побывали поистине в героических местах, где совершались героические подвиги, приближая час победы. Мы отдали дань уважения солдатам, офицерам, вернувшимся с войны, почтили память погибших героев, отдавших жизнь во имя победы. Вахта памяти, в которой участвовали слушатели, преподаватели и ветераны центра, побывала в деревне Зиндиково Каширского района, где произошло решающее сражение Великой Отечественной войны, когда вся страна защищала столицу нашей Родины, а также в Ступино, где проходила линия фронта. Наша цель была одно – патриотическое воспитание молодежи. В нашем учебном центре учатся слушатели спецподразделения со всей России и вся Московская область по разным специальностям полиции, где проходит обучение. Я думаю, для молодого поколения, которое учится сегодня в нашем учебном центре, это есть патриотический подвиг. Именно патриотический подвиг я назову для них, который они совершили. Торжественным маршем прошли курсанты Центра профессиональной подготовки по плацу, а сотрудники заведения возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам МВД. А после в актовом зале клуба прошел праздничный концерт, подготовленный силами сотрудников и слушателей учебного центра. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».